Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Кирове увеличилось число ДТП с участием нетрезвых водителей или водителей, которые отказались от теста на алкоголь. ГИБДД зафиксировал рост почти на 10%. В таких авариях в этом году почти 100 человек получили травмы, двое погибли. С начала декабря было 3 таких дорожных инцидента, в них пострадали 4 гражданина. Госавтоинспекция призывает не забывать о возможных последствиях пьяного вождения и ответственности, которая может подразумевать длительное тюремное заключение. Трасса 101. Владельцы Mitsubishi Pajero на заметку в России отзываются почти 600 таких внедорожников, выпущенных с начала лета 2017 по конец лета 2019 года. ВИН-коды опубликованы на сайте Росстандарта. По сообщению ведомства, у автомобилей может быть поврежден один из рычагов передней подвески. Ввиду этого есть вероятность потери устойчивости. Трасса 101. Так называемых экзаменационных маршрутов для выпускников автошкол в российских городах не будет. Экзаменаторы на месте сориентируются, по каким улицам, правда, из заранее утвержденного списка, кандидатам в водители надо проехать. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел. Ведомство напомнило, что правила сдачи практического экзамена на права изменятся в апреле следующего года. Автодром и город объединят в одно испытание. Трасса 101. В России образовался дефицит новых автомобилей. Как сообщает издание «За рулем», наибольшие проблемы испытывают дилеры Kia и Hyundai. Подолгу ждать приходятся и недорогие, и топовые комплектации. Без особого напряга работают продавцы ВАЗовской продукции. В целом дилеры надеются, что спрос на новые легковушки уровня 2019 года вернется весной 2021, несмотря на неминуемый рост стоимости авто. Трасса 101. Cherry собирается в следующем году начать в нашей стране продажу двух новых премиальных кроссоверов VX и LX, 7 и 5 местного соответственно. Стоимость пока неизвестна. Первый достигает в длину 5, второй 4,5 метров. VX оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,6 и мощностью почти 200 лошадей. Трансмиссия – 7-ступенчатый робот. У LX силовые агрегаты выдают либо 156, либо 197 лошадиных сил. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.